Привет, Ваня. Ваня не хочет все. Марина, скажи привет. Привет. Ваня, ты скажешь привет? Угу. Не хочешь? Все понятно. Ваня сегодня не с той ноги встал. Всем доброе утро. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Ну, у нас утро начинается с того, что мы идем в садик. А потом будет у нас куча-куча домашних дел. Всем чудесного дня. У нас, ребята, день. Курочки наши гуляют. Кто где? Хорошо им тут. Пока еще не спахали, огород не посадили, они гуляют у нас. Довольны. Хотела вам показать. Муж у меня доделал парник. Все, можно уже будет садить. Я сегодня хочу подковырнуть те семена, посмотреть, проклюнулись хотя бы какие-то или нет. Если проклюнулись, то пересажу уже сюда в парник. Это у нас будет для огурцов. Все, у меня уже сделал его. И вот так вот внутри. Дощечки наложил тут. Вот так вот. Хорошо получилось. Это чисто для огурцов будет. Жарко, тут уже очень сильно жарко. Хорошо. И посадил сегодня он мне смородину. Он вчера ездил до своей бабушки. Сейчас я вам покажу даже ее. Он вчера ездил до своей бабушки, выкопал смородину. Смог выкопать только один кустик красной смородины, ну небольшие отводочки. Потому что там красной мало, но он сказал, прикопает там веточку большую, чтобы она отводки дала. И потом на следующий год, может быть, еще выкопаем. И привез много черной смородины. Сейчас, короче, я вам покажу. Смотрите, вот это вот то, что я посадила смородину красную. Вот это вот тоже красная смородина. Это он привез от своей бабушки. Вот это черная смородина. Мы тут по краю с клубни, посередине с клубника посадили. Вот там кустик, там кустик, там кустик и там. Это все черное. Потом он здесь скопал грядку, посадил. Вот отводок и вот. То, что вырастет, то что примется, то примется. Там у меня лук растет. Будем надеяться, что какие-нибудь кустики примутся. Почему решили по клубнике? Пока эта смородина вырастет, клубника сильно не разойдется. Потом из чего можно будет пересадить. А это то, что вот я вчера отводки клубники посадила. И тюльпаны, которые мне соседка давала. Ладно, пойду дальше делами заниматься. Там у меня куры что-то воюют. Вот здесь у меня, видать, дети вчера оторвали клубника. Была вот такая же цветущая, видимо, оборвали. Ругаю их, а толку ноль. Ладно. Тут я закрываю все всегда. У меня тут бочки стоят для воды. И слив идет от, видите, от крыши. Мы, потому что из шланга редко поливаем. И вот сюда в бочки. Две бочки здесь стоят и в другом месте еще стоят. Так что вот такие вот у нас дела. Потихонечку что-то делаем. Что-то делаем потихоньку в огороде, вошкаемся. Я сейчас буду кушать варить. Я сейчас хочу отварить спагетти. Дети спагетти попросили. И салат сделать. Капусту с морковкой. Ой, извините, не вижу, что показываю. И хочу капусту с морковкой сделать. Муж ушел знакомому помочь. Там надо что-то ему сделать. Ненадолго. Девчонок с собой взял. Катю с Машей. Катю с Оксаной. И пошли там помочь. Надо что-то ему. Одному мужчине. Придут скоро. Ну, а я пойду пока кушать готовить. А потом дальше делами заниматься. Смотрите, как на нашего Петруча похоже, да, это детки Ивоны, но это не Петруча. Петруча нет. И вот там вот детка Ивоны. И куры и тут, везде гуляют. Там вообще вон закопалась куриц, копаются, ушкаются на солнышке, видите, как загорают. Там петух вон еще один, который, видите, как крылья опустил, загорает. Вон все ходят. Довольны. И белые всякие курочки. А там петух у нас танцующий, который очень любит танцевать. Вот этот вот. Вокруг курицы всегда танцует, танцует, танцует. Чего танцует? Фиг его знает. Ладно. Пойду готовить, кушать. Всем хорошего дня. Приготовила, ребята, я покушать спагетти, салатик из свежей капусты, морковочки из зеленого лука и имбирь. Сейчас поем и уже на обед садик идти. Всем приятного аппетита! Дорогие друзья, у нас вечер. Мы с Оксаной и с Машей
Не вижу. Идем, короче говоря, в садик. Ай, что-то мне в обувь попало. Ну ладно, все уже. Идем в садик забирать Ваню с Мариной. И несем целый пакет детских книжек, журналов детям в садик. И себе тоже оставили, но часть это мне знакомая дала. Сейчас хочу поделиться с детками. Там совсем детские рассказы, сказки. Детям будет очень интересно, красивые картинки. Ладно, идем за ребятишками. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Мы сходили с мужем в магазин. Кое-что купили. В первую очередь покажу, что купили деткам. Взяли вот такой вот сок. Муж хотел мороженое взять, но я не разрешила, потому что у нас многие заболели горло. Поэтому пока никакого мороженого. Вместо мороженого взяли такой сок. И взяли вот такой вот сок. Также я взяла славяновскую минералку попить. Две бутылочки. Так. Сейчас покажу дальше, что взяли. Взяла вот такие вот детские спагетти. Америшки. Не спагетти, а эти, ну, макарошки. Одна пачка была, так бы взяла бы несколько, конечно. И также взяли большую банку томатной пасты. Дальше, что мы взяли? Огурчиков. Машинку убирай в холодильник. Аккуратно рассыпется. Также взяли 2 литра молока. Машина, уберешь? И взяли 4 булки хлеба. 2 белого, 2 черного. Показывать его не буду. И также копченое сало мы взяли. Свет, подержи дверь, Маша положит. Света сидит, ноль эмоций. Дальше, что мы взяли? Муж взял себе семечки, он жарит. Мы всегда жарим сами, мы не покупаем семечки жареные. Мы их жарим сами, так намного лучше. И помоем, и все сделаем. И также взяли мы еще яблочек, грушовку, яблочки вкусненькие. Пусть грызут. Держи, Машенька. Вот такие вот все в целом покупки. Фух, у нас вечер, жара невыносимая. Но ничего, терпимо. Всем хорошего дня. Вот такой вот, ребята, сегодня у меня был день. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Понемножку, все понемножку стала снимать, по чуть-чуть. Да, совсем мало, скажете, снимаю, ничего не показываю, что делаю, просто показываю готовый результат. Ну, потому что некогда мне снимать. Я хочу сделать, а потом уже показывать. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Да. Мама набегает в белье и гамбе. Сейчас будет гамбе хватит. Сейчас летом больше стирки, потому что ребятишки больше гуляют на улице и очень много прям стирки. И зимние частями стараемся перестирывать тоже. Да, Маша? Все, ребят, развесили белье, носки тут повесили, там постельное всякое такое. Сейчас еще одну стирку поставлю стирать, а у нас уже вечер. Я тут перебираю зимнюю одежду. Оксана, ты что такое на скамейке? Вы все песок сыпите. Скажи, пожалуйста. Ребятки играют. Ну, а я перебираю вещи зимние. Да, Марина? Марин? Ой, ты чумазик. Ваня на самокате катается. Помните, в том году покупала с рук. Меня вы еще ругали, что зачем купила. Вон ребенок, да, Ванечка, кататься на самокате. Вот так. Привет! Ваня утром завтра поедет на самокате вместо велика? А? Да. А где твой, Марин, самокат? Тама ведь он? Он тама. Не будешь? На велике будешь? А. Понятно. Все ясно. Я думаю, что у меня так все приближено? Не обращайте внимания на бардак, это я перебираю вещи. Да. И вот так у нас Ванечка учится кататься на самокате. Да, Ванюшенька?
Ой, какой Ваня скоростной, прям умеет кататься. Ой, научился ребенок кататься на самокате. Молодец, умница. Ладно, пошла я дальше с делами заниматься.